Приветствую на канале, друзья, с вами Белогор. Сегодня поговорим про следы машин древних цивилизаций. Существуют теории, что до нас на Земле существовали цивилизации, которые куда-то исчезли. По этому поводу есть ряд теорий. Некоторые полагают, что это была война с применением технологического вооружения. Другие говорят, что это был какой-то катаклизм. Но если внимательно посмотреть, то на нашей Земле есть следы и доказательства существования машинной обработки и машин древних цивилизаций. Есть такая информация, что во время холодной войны были обнаружены следы, которые похожи на следы гусениц каких-то огромных машин, будь то техники либо вооружения. После исследования этих следов было установлено, что они были оставлены примерно 12 тысяч лет назад, и что это в самом деле являются следы гусениц очень большой техники. По всему миру можно найти строения и постройки, которые были обработаны с помощью непонятных технологий. Самое интересное, что такие постройки были сделаны в граните. А гранит, как известно, один из самых твердых материалов в мире. Всегда создается такое впечатление, что никакого труда не составляло древней цивилизации построить такое здание. Ведь намного проще было выдолбить какую-нибудь пещеру и там жить. Вместо этого представители древних цивилизаций создавали какие-то шедевры искусства, как будто у них было очень много времени, сил и ресурсов для создания таких сооружений. Если так логически подумать, то, скорее всего, им не составляло вообще никакого труда создать такие сооружения. Поэтому они затрачивали очень мало сил на это. В интернете можно найти множество странных статуэток, наподобие вот этих. Многие независимые исследователи и ученые утверждают, что на таких изображениях древних статуэток на самом деле показаны древние машины и механизмы, которые применялись для разработки пород и добычи полезных ископаемых. Если в самом деле посмотреть на такие статуэтки, то кажется, что это явно какое-то стилизованное изображение. Возникает такая теория, что вот эти вот... Возможно, это делал какой-то человек, который видел такое сооружение, да, такую машину, но не понимал, что она из себя представляет. Поэтому он, скажем так, основные моменты здесь описал, но сделал это в виде какого-то животного. По его мнению, возможно, это было какое-то огромное там животное, которое он не понимал, но у него были такие зубцы, да, на голове. То есть я так понимаю, что сделались эти статуэтки специально теми людьми, которые не понимали, что они увидели. Вот современный роторный экскаватор, да, то есть это огромная машина для выработки породы. Также существуют колонны в Баальбеке, которые были сделаны, ну, на каком-то огромном токарно-винторезном станке, потому что вручную такое сделать, ну, мне кажется, практически невозможно. Если обратить свой взор в Мексику, там есть пирамида утренней звезды. На ней находятся каменные истуканы, которые расположены на вершине. Самое интересное то, что у них находится в руках. Внимательно присмотреться к этим статуям, то у каждого из них в руке какое-то приспособление, похоже на современный перфоратор. Есть такая одна интересная книга, которая называется «Заговор радуги». Ее автор Шерри Хэнсон и Штайгер. Там описывается, что в 90-х годах 20 века на довольно большой глубине была найдена некая древняя машина. Назначение ее, конечно же, было непонятным, но предполагают, что, возможно, с помощью ее велось древнее строительство или выработка породы, разработка разного рода туннелей. Это говорит о том, что древние делали свои сооружения не медными зубилами, а вполне себе с применением какой-то техники. Также говорится, что в отдалении от этого строения на глубине было найдено еще 5 или 6 таких машин. В книге есть информация, что после того, как нашли эти машины, их закопали обратно, но перед этим было отмечено, что на их поверхности были изображены загадочные иероглифы. И впоследствии остался один снимок плохого качества. Ну, на самом деле, если посмотреть на этот снимок, то мы видим перед собой какую-то, ну, в самом деле, какую-то машину довольно интересную. На ней есть, видно, что зубцы, то есть. Интересно, что она сфотографирована, скорее всего, на поверхности. То есть, я так понимаю, что эту машину подняли на поверхность и сфотографировали там. Видимо, ее изучали какое-то время, а потом закопали там же, где ее откопали, потому что есть два вида фотографий этой машины. Одна черно-белая, вторая вполне себе в цвете. И те, кто делал фотографию в цвете, там видно, что она на фоне неба сфотографирована. То есть, я так понимаю, ее подняли на поверхность и опустили обратно.
Ну, многие конспирологи ссылаются на эту книгу «Заговор радуги». То есть я ее, собственно говоря, искал и найти не смог. А мне кажется, что ее как-то либо убрали, скажем так, либо ее очень трудно найти, но я ее найти не смог. Брэд Стайгер был всемирно известным археологом. Он автор более чем 164 книг о загадках доисторических эпох и связанных с ними паранормальными явлениями. Когда в свет вышла именно вот эта его книга «Заговор радуги», разъяренные оппоненты во весь голос заявили, что он не имел права опубликовывать вот эти вот данные археологических открытий, которые очень сильно идут вразрез с общепринятой исторической линией и эволюцией человека. А на сегодняшнее время он имеет много сторонников в научном мире, и его книги получают признание критиков и международную популярность. С вами был Белогор. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои видео. Оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. До встречи в новых видео.